Всем привет! Ребята, здравствуйте, с вами Братуха, это Игрова Робот. Вот зашел сегодня в игру, смотрю, 100 миллионов за 1000 рублей продается. По 1000, 2000, 2000, всего за 700 рублей, ценник очень хороший. Что случилось? Микроволновка. 439, 699, смотрите, 700 рублей, 40 тысяч голды. Вот я должен от подписчика потратить сюда 1500 рублей. У меня это не получается. Как быть? А никак. Вот я бы за 700 рублей купил бы 40 тысяч голды. Но, к сожалению, не могу этого сделать. Ибо я нахожусь в России, а разработчики не могут сделать так, чтобы мы, русские, смогли покупать товары в игре. Отдельный магазин с отдельными скидками нам не могут давать. Так, ну и по сути, в принципе, я думаю, что надо посмотреть задание на сегодня. Так, а так как только тебя уничтожит 40 вражеских роботов или титанов, пилотируй роботом Evolive. Вот, надо пилотировать роботом Evolive. Разумеется, куда я, ребята, иду пилотировать роботом Evolive? Я иду на страницу WarRobots 18+. Это наша группа ВКонтакте. Там отличные, замечательные админы. Занимаются группой. Все новенькое, все интересненькое. Все для зрителей. Для подписчиков. Нет, сами. Вот. И я сейчас захожу туда. Там на стеночке висел скриншотик. Хотя у нас есть вроде бы интересная... Ссылка должна быть. Да, роботы фракции. Вот, ссылочка отдельная. Фракции их роботы. SpyTech, Evolive. Так, и у нас здесь получается на Evolive. Это Фафнир, Эребус, Егер, Тифон и Лич. Ага, хорошо. Я уже вроде бы этих роботов поставил в ангар. Соответственно, вот, перекинемся на этот. Соответственно, ребята, у нас уже стоят Эребус и Тифон. Все, я напомнил сам себе, что у меня в игре творится. Дальше хотел бы такой, у нас в Discord еще есть у братухи, братуха 18+ называется. Вот, в Дискорде нашел комментарий, сейчас я вам покажу комментарии, где Скользкий Уфа пишет редактору, ну что тут сказать, иди к цели. И Александр вставляет свое слово в этот диалог и говорит, тут сложно идти к цели, ее убивает потом нерв. Любую цель. Я, ребята, абсолютно согласен с Александром 14C. Действительно, так оно и есть. Цели в игры нет. Цель отсутствует. С каждым обновлением, с каждым нерфом появляется все новая и новая цель. И ваша предыдущая цель, она уничтожается, испаряется. Ну что ж, давайте выбьем бустеров и пойдем убивать роботов. Нам нужно убить 30-40 роботов на роботах Тифон, которые, кстати, я напомню, находятся на вооружении у Тифона Пульсар МК-2, МК-2 Синистр Пульсара 11 уровня. Адриан Чонг у нас вот с такими умениями. Вот такие модули. Overdrive юниты 2 штуки и Last Stand. Дальше. Эребус. Эребус на призмах. МК-2, 2, 1 и 2 МК-2. Самоэль у нас, где каждый раз, когда активируется способность Эребуса, наносимый урон повышается на 7 секунд 10%. Вот. У нас 4 или 5. Да, 5 вроде умений. Так. И модули вот такие вот. Термонуклеарные реакторы 2 штуки и Last Stand. Это прокачанные. В общем, вот такие вот бойцы сейчас у нас пойдут в атаку в режиме превосходства. Поехали, ребята, на смерть. А потом попробуем смертельную битву сгонять. Как там у нас будет? В смертельной битве вроде бы, как говорят, там много дальнобойщиков. Ну фиг его знает, посмотрим. Главное, чтобы карта была. О, карта... Отличное. Самое то выбрать Эребуса. В
Нам самое главное это убивать противника. Эребус активирует свою способность на расстоянии 600 метров. Нет, 800 вроде. Жаль, я никого не парализую. Никого пока не могу убить. Вот, в принципе, парень летает, да? И мы ждем, пока он будет садиться. У нас есть шанс его убить, но только тогда, когда он садится. Есть контакт. Давайте под конец мы его застанем. Потому что этого снова. Ну, давайте убьем парня. Шикарно. Два. Уже убито два. Убежал. Получилось, еще одного убили, ребята. Не будем убивать. А то хп теряем. Улетели не туда. Завис парень. Закошмарили пацана. Выйдет, убьем. Давай! Опа, не убили. Летает парень без доната. Ну давай, 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 умри, умри. Отлично, килл. Это при телепортации он получил полный пламенный пиздюлей. Нормально. Не успели убить, но думаю, сейчас убьем. Убили. Ага, шоколадно. Опа, застанили хлопца. Бежит к нам, смотрите. Бежит, бежит, бежит какой. Прыткий хер. Угу. Вот оно как. Оти. Оти. Парняшка. Ну давайте, я здесь, ну. Будешь туда скакать? Он нас так убьет, блин. Ох, ё-моё. Дала стенда, ребята. Ох, нифига. Пробило жестко пацана. Мне пуху оторвало. Японский Вася. С двумя пухами не отвоюешь. Да, две пухи слабовато. Думаю, надо Тифона выбирать уже. В городские условия сейчас входит бой. Полезно стрелять. Сменим робота на Тифона. Попробуем удачу на Тифоне.
убегают. Или пацана, и сейчас самое главное его члёпнуть. Блять, а он взлетел. Мантис. Сейчас чисто на дальнобойщиках играю, обалдеть. Отлично получается, милый парень. Не спрятался. Кто не спрятался, я не виноват. Сейчас будет удар, братан, я буду сразу отбить. Пробило до ласкэнда. Сейчас убьёт. Ах ты, ёпчик. Короче, целый бой на этих дальнобойщиках. Маяков ноль. Парили парнишку без доната. Сейчас перезарядочка, выход и убийство. Бля. Не убийство, а спрятаться надо. Ох, удар будет сейчас жесткий по братухе. Все пушки пока целы. И удар сразу был, обалдеть. Парень прыгает, ему вояк захватывает. Почти убил парня. Блин, вот хотелось бы убить. Без донатика, ну. Есть! Блин, вообще шоколадно. В МК-3 надо качать пушки. Парня, бум, нифига себе. Получил парняга. Нана, растопорили. Жаль, не убил. Ага, хотел щит пробить. Да, убьет меня, убьет. Блин, убьет, да, точно. А-а-а, черт! Обоюдно друг друга! Шикардос! Шикардос! Ну тут 17 секунд остается. Просто бомба. Что делать, я не знаю. 10 секунд и вроде бы выиграем. Посмотрите, 8, 5, и мы вроде как выигрываем. Напоследок постреляли с Титана. Блин, такой интересный бой. Необычный. Первый раз у меня такой, наверное. За последние годы. Такой дальнобойный бой. 374 тысячи без према-аккаунта. 3 ляма, 93 тысячи я настрелял. Ну, 93, наверное, это с Титана, да? А вот 3 лямчика я, ребят, настрелял. Ну, возможно, еще что-то там налечил. Ну, в общем, можно увеличить за рекламу. Итак,
Три лямчика, 7 убитых, 1, ребята, маячок. То есть там двоечка плюс 7, это будет обалдеть. Так, новость у нас тут. Как покупать ресурсы? Обновленная политика. Да, мы знаем, как покупать ресурсы. Там очень-очень дорого. Хотя, может быть, недорого. Хотя, может быть, давайте зайдем, посмотрим. Так, в России обновленная информация. Ну, давайте зайдем, посмотрим обновленную информацию. Так. От 4 апреля. Новый официальный, да? Какая-то не новый, это старый. В общем, ребята, платить можно. Заходите по ссылке, но здесь конские цены. Конские цены, понимаете? Вот. Дубль 2. Где голда за 55 рублей? Вряд ли будет такое. Не работает. Ссылка, много не потерял. 500 рублей. Там самое дешевое. 500 рублей за 200 монет. Проще было сделать оплату через счет телефона. В игре курс дешевых токенов 4,5 к 1 рублю. На сайте вашем 0,7 к 1 рублю. В общем, вот так, ребята. Понимаете? 4 к 1. То есть ты за 1 рубль покупаешь 4 токена. А на сайте на этом вы покупаете даже нет целого токена за рубль. Так что все это, ребята, хрень собачья. Вот эти вот новая оплата для русских, ёпты. Но типа там разработчики кому-то написали, мне передали. И типа там разработчики проводят анализ. Ну, не знаю, чего они там анализ проводят. Мочи или головы, что, в принципе, не знаю, может, одно и то же. Вот, всякое может быть. Но какой-то анализ по скидкам они там что-то проводят, как обычно, чешут своим языком, а чуть чесать не мешки воротить. Вот, и типа там, наверное, что-то потом когда-нибудь поменяется что-то. А так, в ближайшее время, ребята, терпите, хотите, покупайте, хотите, не покупайте. Хотите, забрасывайте игру, в другую играйте. В общем, все в ваших руках. Мне дают разработчики купить вот такие хорошие акции. Вот я бы купил, понимаете, за 40 тысяч, понимаете, 40 тысяч голды за 700 рублей. Я бы купил. Но у меня такое ощущение, понимаете, что разработчики специально троллят русских игроков. Потому что вроде бы как было за 1200 рублей, за 1300 вроде бы рублей, 40 тысяч голды. Теперь они сделали за 700 рублей 40 тысяч голды. И мы, кстати, не можем ее купить, представляете? Вот как так, блядь? Ну вот так. Вот так нахуй. Давайте дальше пойдем в бой. А, посмотрим. Ну, мне кажется, что разработчики, они против русских. Вот разработчики компании Pixonic, они против русских. Моя точка зрения. А как иначе можно это все объяснить? Ну, это моя точка зрения. Мне, конечно, бы очень хотелось бы ошибаться. Я хотел бы, чтобы наши русские разработчики игры War Robots, русской игры, были бы патриотами России, а не русофобами. Но, понимаете, как говорится, в каждом стадии есть паршивые овцы. Никуда не деться. Но я надеюсь. Итак, 20 голды, 100, 35, 15, 20. Мы тут, короче, получили задание, которое мы выполняли. И 9. Да, действительно, 9. Видите, какой удачный бой. Что самое главное, таких боев, чтобы было очень много. Там один за одним бой, и мы пройдем это задание. Вот, так что вот такие вот, ребята, пироги. Так, значит, старт боя через ноль. Я уже в бою. Блин, даже не знаю, чего выбрать, блин. Давайте Тифона возьмем. Эребуса брать тут бесполезно. Увидишь, что я на Эребусе с призмами, мне крышка. Пока роботы слабенькие, попробуем их постанить и разобрать. Хотя вот там парень на Эребусе призван.
что уже выполнять, наверное, задание. Возьмем парня под прицел. И сделаем фраг. Опа! Фраг есть, ребята. Да, блин, может, пульсары реально качнут. Так, у меня щит. Зарядка, огонь. Кто-то меня там подлечило в конце. Достанили хлопца. О, блядь! Нас тут везде, ребят. Есть второй. Сейчас убьем. Напряженная такая ситуация. Еще один трипли килл. Идем в атаку. Что-то у нас тут. Привет, браток, скажи, пожалуйста, что там на это. Рэмпейдж делаем? Это вообще хорошо. Это мне уже очень понравилось. Застопорили пацана, сейчас будет перезарядка. Обезоружили ему руки и ноги. По возможности убиваем. Айк, бля. Я в восторге. Блин, вообще обалдеть. Че, ребята, отставляем на пульсарах? Не успели добить того петюха. Дело в том, что способность Тифона, она парализует роботов. И они не могут взлетать и использовать свою способность. Думаю, тут надо парня проучить жестко. Вот так как-то. Да ладно. Обалдеть. Вот это сейчас ударчик по мне будет. Это у нас Равана, которую мы, блядь, парализовали. Но, сука, она все-таки вышла из-под контроля. Мы ее опять парализовали, блядь. И почти убили ее. Сейчас этого парня на акции. Отлично. Там
мне сейчас будет удар сильный опять. Бабах. Коррозия меня поглощает. Чуть-чуть отходим, меня подлечивают. Вот удар еще один. Китайцы. Мои все щиты, и сейчас убьем одного титана. И убьем второго титана. Блять, успел телепортнуться. А это криопушки, да, ребят, от которых не уйдешь. Тут братухин скилл уже не канает. Да, братухин скилл, к сожалению, ребята, не работает против читерского вооружения. Придется читеров крошить сапогами. Это сапог, называется минус. Правый сапог, браты. Познакомьтесь с его подошвой. Забираем маячок. И надо давить противника, чтобы они сдохли все, и мы выиграли. Отбегаем к маячку, чтобы не успел забрать этот проказник. И толпой вливаем в него всю нашу любовь. Ох, парень, брейкданс танцует. На костях. 4 синих, 1 красный. Шоколадно? Шоколадно. Пускай возьмет, а то проиграют быстро. Победа! Вот так Тифон показал противнику, где раки зимы. Представляете, это я только второй раз вроде бы на Тифоне играю за сегодня, да, и уже какой скилл. Ну, может быть, противник так-то послабее, фиг его знает. Короче, 3 ляма 300 опять нахерачил. Контейнер мне дали. И вот, ребята, мы на первом месте, что самое интересное. Да, противник был не такой сильный, как бегают в больших лигах чемпионов. У нас 4985 очков. То есть, сами понимаете, мы в лиге мастер 1. То есть я на Тифоне, ребята, просто на одном Тифоне, вот на этом, вот с такой сборкой, вот с таким Адриан Чонгом, я, ребята, тащу. Ну, тащу, да, в одном бою тащу. В предыдущем тоже на Эребус неплохо сыграл. В общем, 12-3. Вот это да. Вот это номер. Перейти ВА. Ну, давайте зайдем, посмотрим, вдруг есть какой-нибудь приз. ВА нету. В Д есть. В Д номер один. Операции даже не смотрю, что за призы, потому что я на них не доначу, и донатить мы не можем. А бесплатно они мне не даются. Так что смотреть операции у меня нет причин. Да? Нет желания. Вот. Раньше, когда была поддержка блогеров, я смотрел, рассматривал, советовал вам что-то, если что-то где-то купить. А сейчас нет. Вот. Так что, ребята, давайте дальше. Смотрим задание. Открываем. У нас тут, ох, тут что-то повыполняло. Понадавало нам тут. Так, а как тебе танкое? 1940. А мне нравится. 1940, это очень хорошо. Бустеры активны, это значит, мы идем третий бой этого вечера. Блин, здесь... Ну, давайте Тифона опять возьмем. Сомневаюсь я, что, блин, прям... Реально, я что-то могу сделать.
на этом Тифоне. А пульсары, блин, меня вот очень порадовали. Может реально? Черт, вот это я упал зря. Вот мне тут, в принципе, и где. Вот только тут и остается сидеть, понимаете? Надежда, что кто-то попадет в мой прицел. Все, парни убежали. Стою в глухой обороне. Парни опять прибежали. Ладно, давайте наверх заберемся и будем стоять. Или пока мы бегаем. Обалдеть. А что я его не застанил и не убил? Он слабенький так-то. Хочу его убить. Отлично. Ну что ж такое-то? Попробуем помочь. Ну не маяк нам забрать. Еще один парнишка. Пробили вроде задницу ему. Еще раз пробили. Блин, ну вот теперь он будет на меня очень злить. Не получилось ударить по мне мантисом. Ой, кто там у нас? Вот это плохо. Ого, двоем только. Парень двоих загасил. Круто. А я очкую. Это лучше гор, ребята. Идет. За стол прикосика и убил. А, хорошо, так. Это очень больно. Ну, ничего не поделаешь. Давайте брать минуса. И в атаку. Перезарядка. Пойдем потолкаемся.
черный лучидор. Лечили его хорошенько. Оторвали голову. Блин, ну рыбу собрать, ну как бы. Мы так-то проиграем. Ну мы все равно проиграем. Блин. Умер и без нас. Ну как так? Не принимали участие. Нет, принимали участие. Это, походу, новый корабль «Орион» бьет капитаном, она не горит. Я кончилось оружие. Да и бьет меня. Отходим. Все, проиграли. Блин, печально. В общем, 19 было. Ну, блин. Может, одного убили, не помню. Мало-мало серебра. Четверик шлепнули. И что у нас там по заданию? 20-ка, наверное, точно есть. 22. В общем, сегодня на стриме выполним. Стрим, ребята, проводится на втором канале Братуха Лайв. 22:00 по московскому времени. Вот. 6 дней, 16 часов у нас осталось до ивента. Посмотрим, есть ли у нас какая-то возможность что-то открыть. Да, есть. За 150 откроем, давайте. Так, там была покраска. И мы открываем, выигрываем покраску на робота Херпи. Герой, пилот на Херпи есть. Покраска на Херпи есть. Херпи нет. Детали сирена. Есть. Все, взяли. Больше, в принципе, ни хрена. Ну и все на этом, ребята. Тифона будем качать, думать. Блин, хороший робот. Сейчас пока у нас... пока у нас панчеры. Но на панчерах тоже интересно, вот как вот. Ну, пусть покачаются панчеры в МК-3, да. Вот, а так Тифон. Тифона слабые пушки. Вот их качнуть бы, было бы вообще огонек. Увидимся. Всем пока-пока.